Третий финальный этап реконструкции нитки водовода вступает в активную стадию. Сейчас работы идут в частном секторе Затверечья в Твери, где завершается освобождение территории от незаконных построек, под которыми должен пройти новый водовод. Модернизация нитки водовода началась в конце 2019 года. Проект масштабный и важный для города. Работы велись зимой, весной, летом и осенью. В общей сложности уже проложено более 2,5 километров нового трубопровода. Сейчас реконструкция выходит на финишную прямую. Новый водовод должен обеспечить питьевой водой более чем 97% жителей Твери. Реконструкция этого объекта – одна из ключевых в рамках нацпроекта «Экология». Первый и второй этапы протяженностью 2,5 километра находятся в стадии завершения. На сегодняшний день проложено уже больше половины завода. Перешли мы на застроенную часть города. Вот сейчас планируем осуществлять уже прокол под Третьяковским переулком. Сроки выполнения работ находились под угрозой из-за незаконных построек, которые жители частного сектора много лет назад самозахватом возвели на муниципальной земле. Когда выяснилось, что новая нитка водовода пройдет по этой территории, начались переговоры и судебные процессы. На сегодняшний день из 27 незаконно захваченных участков неосвобожденными остались только 4. В случае, если нарушители в срок добровольно не освободят территории, к ним будут приняты меры административной ответственности. А самое главное, могут быть взысканы все затраты на работы по принудительному переносу строений.